знаете, что там вот это в тех нотах, которые я еще паш скинула, там написаны ноты на первой октаве, которые надо играть на октаву выше, то есть там восьмерку вот так скинуть. Вы не поймете, но это, короче, те ноты, они вообще хорошие очень. Они лучше даже, чем есть, поэтому вот.